Хочу сделать свою рефлексию, что со мной сегодня случилось. У меня сейчас вот я просто зашла, встала уже более-менее. Весь день лежала, короче. С утра проснулась, ну, там события были такие, что у меня начала голова кружиться. Она так первый легко кружилась, а потом я съездила на рынок в город с мамкой, потом обратно приехала. И тут у меня началось сильное головокружение, тошнота. Ну, короче, я прожила ад, страшнейший ад, потому что у меня и отсюда пошло, и оттуда пошло, короче. У меня шла сильная чистка. Не только чистка, у меня, ну, я, можно сказать, по-другому умирала. И мамка даже на меня смотрела, быстро пробежала, мне давление начала проверять. Я, говорит, позеленела, пожелтела, короче. Ну, она думала, что умираю, и говорит: «Кызым, давай скорую вызовем, давай». А я говорю: «А зачем мне скорую? Я не смог... Что мне даст эта скорая? Они не знают, что со мной. Только я могу знать, что со мной». И я в этот момент замолилась, потому что уже сил не было моих, мне так было плохо, мне прям все выворачивало. Ни с того ничего, это на ровном месте. Я еще поела арбуз. И вот первое, Алене позвонила, и там что-то вот не получалось, вот как бы их внять, да, с Любой. И я позвонила Рамзие. И Рамзия мне тут же говорит: «Куфия, успокойся, давай, говорит, успокойся», говорит. И мы начали с ней молиться, молитву читать. Господи, благодарна, мне что-то прям плакать хочется. То, что я прожила, Господи, благодарю тебя, Господи, благодарю. И вот я поняла, что вот эта молитва мне помогла просто. И мне ответ пришел, мне ответы пришли, почему мне это произошло. У меня шла сильная чистка, потому что чувство вины утром испытывала саму себе, что я неправильно сделала, что-то ошиблась в чем-то, да, что я, ну, сама себя бичевала. И вот мое чувство вины — это вот эта соринка моя, которая в моем сознании. Я же после голода, 22 дня голода был у меня, 21 день. И как бы сознание очищено, и попала в эту соринку чувство вины. Я его не приняла, не признала, не отправила на исцеление, а пошла дальше как бы дела делать свои. И в итоге вот, пожалуйста, пошла мощная чистка. И когда мы все это сделали, мне пришел ответ, ну, как бы промолились с Богом, с Рамзией, с Богом, под вниманием Рамзии. У меня пришел ответ: «Гульфия, побудь 20 минут в себе». И я все закрыла, закрылась и легла. Вы знаете, у меня вот после общения с Рамзией, после вот не общения, уже во время общения с Рамзией, во время молитвы, я чувствовала, как у меня успокаивается все мое в теле, да. Какую-то уже идет более легкость пошла. Господи, так благодарна тебе, матушка, благодарю. И вот 20 минут пролежала, потом раз, мамка что-то здесь ходит, проснулась я, и чувствую, мне легко. И сейчас мне легко уже стало. Ребята, это вообще, это мощная вещь. Это такая проверочка мне шла сейчас, да. И я увидела, как в моем сознании уже все это происходит, в смысле в том, что любой ссор попадает, если я с ним сейчас не поработаю, любым чувством вины, стыдом, и тут же происходит такая реакция на моего организма. Мое сознание уже отторгает. Господи, благодарна. Рамзия, я так тебя люблю, я так благодарна тебе. Я вообще благодарна, что с тобой встретилась, что Бог поставил тебя на моем пути. Господи, благодарю тебя.